Задание второй недели. Ну и, конечно же, розыгрыш. Погнали. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Гримсоу. Багряная охота номер 12 продолжается, и вторая неделя уже стартанула. Но прежде розыгрыш. Все, что тебе надо для участия, это быть подписанным на телеграм Печка ТВ. Нажимаем кнопочку «Принять участие». Готово. Розыгрыш найдешь в закрепленных сообщениях. 5 победителей, и каждый получит по кодексу багряного охотника «Мастер». Победители будут определены 25-го в 6:00. Если победил, тебе надо прислать свой игровой ID. Мне. Куда? Прям мне. Прям жмешь и готово. Ровно день тебе на это. Не пришлешь, разыграем твою награду заново. Что еще добавишь? Всем удачи! Ну а теперь погнали. Задание второй недели. 16 тонн. Добыть руды. Лубенский охотник. 100 противников. Туда и обратно. Энергии потрачено. 20 ящиков. Открыто сундуков на локациях, отмеченных черепами. 20. Щитов создано. Пища для гурманов. Блюд у повара. Бесшумный убийца. А вот это уже новенькое. Раньше мы не могли стрелять из стелса. Он не кусается. Убейте привратника, не получив урона от чумных волков. Робин Гуд. Убито странствующих купцов. 3. Ха-ха, класс! Слушай, а оружие получше, броню получше и готово, и они падают. Друг познается в беде. Сопровождение купца успешно завершено за 5 минут. Интересные задания. Поехали. Первым делом, конечно, посетим сразу повара. И не забывай, что здесь есть разведчик. Раз в сутки рандомно тебе дает какое-то событие. 3 плюс реклама. С легкостью просто можно сделать за 2 дня. Ну, можно и за 1 день, да? Если дожидаться вот этого отката, допустим. 1 задание. 2, 3, 4. 5. Бесшумный убийца. 6. 6 заданий выполняем, просто бегая по 2 локациям. 1-2 черепа. Щиты, конечно, я буду делать из говна и палок, да? Вот все, что на земле видишь, поднимай. И получится отличный щит. Вот такой плетеный. Прикольный лук. Вообще грязь. Что это такое? Составной лук. Можно, конечно, любым говном выполнять задание, да? Обычный простой лук делай и готов был. Но у меня есть волшебный лук. Зачем я буду бегать с каким-то говном? Ха-ха. Супер вообще. Ваншот килл. И да, 100 противников набить. Тоже проще всего в обычной локации одночерепковой, да? Они тут все мягкие. Быстро набьешь. И... оп! Ха-ха! Блин! Вообще грязь! И оп! И еще одно задание сделали. В этой локации разве что руды очень мало. Но при этом, да, ящики, враги, много других заданий. Но вот сейчас пойдем в 2 черепа, там руды уже хорошо. Полтинник-то точно поднимаешь. При этом я бы на твоем месте не торопился выполнять задание, игнорируя ресурсы, да? Затарился биточком, сходил, выложил, вернулся опять. Повыполняем задание, пофармим ресурсы. Мне кажется, очень даже неплохо. Давай я быстренько сейчас эту локацию зачищу, да? Посмотрим, что получится. Последний камушек. Да, дело пошло бодрей, когда я вот этот скилл взял. Блин, не забывай про скиллы, конечно же. 62 руды уже добыл. Охотник. Всего 2 локации зачистил, 63 врага. Мне надо лишь повторить и готово, да? Ну, энергия это энергия. Либо таллеры, либо просто ждем, пока отрегенится. Есть еще вот такие энергетики, зелья бодрости, не забывай про них, да? Если они у тебя есть, тратишь и готово. Сокровища. 7 из 20. Щиты забираем. Гурманов уже делаем. Это делаем. В общем, вот эти все задания полная фигня. Остается «Он не кусается», «Робин Гуд» и «Друг познается в беде». Забрать немедленно. Офигеть. Он точно такой же, как и каменный, только круче. Чем? Быстрее будешь рубить деревья.
Раз, два, три. Круто! Сам в шоке. Эх, не торговцы выпали. Если ты не видел мой ролик по некроманту, обязательно его посмотри. Некромант очень простой. Теперь возвращаемся домой и на привратника, да? Ну вот я и собрался. Соответственно, оружие посильней. Только для того, чтобы его побыстрее убить. И меньше мучиться с этими волками. Хочешь, можешь хоть кинжалом убивать, хоть чем. Посмотри на эти свитки. Свиток ужаса. Свиток заморозки. Свиток контроля. Попробуем сейчас все, да? Что на них работает. Убей привратника, не получив урона от чумных волков. То есть их либо приручить, либо испугать, либо заморозить и быстро убить привратника. Погнали. Есть еще вариант. Просто убивай этих волков об колышки. Так, ползем, красиво был. Так. Оп. Блин. Слушай, ну это самый простой способ, да? В принципе, все готово. Испуг работает. Теперь заморозка. Заморозка тоже работает. То есть, хочешь пугай, хочешь замораживай. Теперь давай попробуем еще приручить. Да, они прекрасно приручаются. Задание «Он не кусается» выполнено. Круто? Сам в шоке. Блин. Самый простой способ – это испуг. Все-таки, да? Ну, кстати, смотри. Пока они прирученные, да? Вот так об коле их убивай и все. Но самый простой способ – это свитки ужаса. Почему? Так они же здесь и фармятся. Если у тебя оказалось так, что ноль, ничего страшного. Один день пофармишь, на второй день выполнишь это задание. Завершено. Левел 25. И мой первый рецепт у интенданта. Вот такие штанцы заберем. Хытыщ. Шоссы зловещего рыцаря. Остаются ботиночки и перчаточки и полный комплект. Ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках ВК Плей, Трово и Ютуб. Обязательно посмотри вчерашний стрим. Там мы проходили сопровождение купца. Не забывай про наш телеграм, у нас там чат круглые сутки. Ну и удачи в розыгрыше. Пока-пока.